Ребят, всем привет! Сегодня у нас 25 августа. Остается буквально 5 дней до учебы, до конца моего сезона. В принципе, видео будет потом. Из пахоты, наверное, на выходные я буду попадать. И на изготовку силоса. В общем, такие вот дела. Сейчас мы с Сашкой едем убирать клочочек овса. У ячменя гектар 10-15. И на 55 гектар овса заезжаем. Сегодня было бы хорошо, если бы мы закончили это все. Вот. И на этом поршневый сезон основной, кроме подсолнечника нута, будет закрыт. Сегодня, наверное, последний день, когда я на комбайне. Потому что потом не предвещается ничего такого интересного. Thank you.
Пашок, иди косу покрути. Не косу, а там на наклонке. Хорош. Еще давай чуть-чуть. Оп. Ты далеко не уходи. А где молоток? Иди-ка покрути. Иди покрути. Хорош. Один Урал, наверное. Пальцы отрежут. Да. Подожди, да я это спешну. Погнали!
добрались мы до поля. Вот. Все мы знаем то, что овес намного легче ячменя, поэтому надо настраивать комбайн уже чисто под овес. Для этого я сейчас первым делом пойду убавлю ветра, вот, а остальное зазоры, обороты и решета оставлю пока прежними. В общем, проехал опять на 150. Смотри, что у меня бункер. Все замечательно, но ветра нужно убавить, это однозначно, а скорее всего потери есть. Опять эти 144 гектара. Вторая обработка будет. Так. Выбивает. Двигаемся дальше. Thank you.
короче, это последняя выгрузка на сегодня. Вот. Время уже 8 часов вечера. Теперь направляемся мы домой. Сейчас я вот догружу. И на сегодня все. Завтра остается нам где-то 15-20.